Дорогие коллеги, давайте начнем наше заседание. Ученый совет. Владимир Владимирович по уважительным причинам сегодня отсутствует. И по причине некоторых медицинских проблем устроится Дарья Сергеевна. Поэтому ученый совет потом. Начнем мы с такого необычного и, можно сказать, радостного события. Это радостное событие, и оно, это радость и для ИВИ, и для аспирантов, которым сейчас будут вручены дипломы. И, собственно, и необычность этого события состоит в том, что мы производим первый выпуск аспирантов, которые получают дипломы об окончании третьей ступени обучения. Напомню, что несколько лет назад концепция аспирантуры была радикально преобразована. Было предписано, что аспирантура станет именно еще одним третьей ступенью обучения с прослушиванием различного рода курсов, с практиками и так далее и тому подобное. И мы вынуждены были очень срочно налаживать этот процесс, эту, в общем-то, муторную работу с сопроводительной кипой бумаг производили Марина Николаевна Сычева, Юлия Вадимовна Шевчук, Андрей Львович Топорков, за что им низкий поклон. В результате были привлечены очень профессиональные преподаватели, и я надеюсь, были организованы, прочитаны все эти курсы. Я надеюсь и даже почти уверен, что аспирантам это было и на пользу, и интересно. Что касается наших аспирантов, то их правило, собственно, состоит в том, что они действительно окончили вот этот трехгодичный цикл обучения. Они сдали успешно итоговый государственный экзамен и получают сегодня дипломы. И я полагаю, что их радость состоит вовсе не в том, что они всегда расстаются с Институтом мировой литературы, поскольку всем пятерым предстоит защита еще. Одна аспирантка вообще уже взята на ставку. И при всем моем пиетете и уважении к тем дипломам, которые мы будем сейчас выдавать, полагаю все-таки, что более весомым, основательным и престижным является диплом о присвоении ученой степени кандидата филологических наук. Поэтому я желаю нашим аспирантам поскорее защититься в стенах нашего института и поддерживать с ним дальнейшую связь. А сейчас, поскольку некоторые аспиранты заболели, мы выдадим два красных диплома. Красных, именно мы их положили в красную папочку, потому что это дипломы с отличием. Пожалуйста, Дарья Дмитриевна. Фундаментальная наука.